Всем здорово, парни. Как всегда, с вами Намко. Сегодня мы играем в дотку, в обычную дотку. ММР, РММ. Их нихера себе антимаг. Первый раз такой вижу. Сет. От Комоновски, но красивый. В общем-то, играем в дотку. Чую, что здесь будет насос, потому что у нас 5 милишников, и как-то у них 4 ренджа, и... И у нас на виду пуч. Вот, надо было, я говорю, профетку возьми, говорю, вора, профетку возьми, тварь. Ну, антимаг, ну такой долбоёб, почему он... Ладно. В общем-то, долбоёб взял пуджа и... Говорит, у меня 2000 игр на пудже, сейчас изи победа будет. Я говорю, ну окей, давай. Давайте посмотрим. Посмотрим. Что будет происходить на миду. Я просто, ну, не особо верю. Это 3000 ММР, чтобы вы понимали. Если мне парень сказал, там, на 5-6 тысячах, говорит, у меня там дохера игр на пудже, я умею. Да, базара нет, окей. Но на 3000... ПБ. А туз где? Угу, понятно. Ладно, я пойду отводы делать. В принципе, что тут? Буду смотреть за пуджом. Кстати, вот после того, как изменили... понятно. Лес, я что-то... На самом деле мало играл после этих обновлений. Я не понимаю, как двойной это делать. Но я не видел даже, что вот делали. Надо будет где-нибудь посмотреть или потестировать. Просто типа, ну вот здесь, если я прогрызу, ну сюда их вести, ну по-моему нихера не дойдут. Знаете, в чем прикол? Знаете, где эта шлюха была? Я так понимаю, эта шлюха бегала, она как бы от антимага отбежала, потом вернулась, поставила вард, сходила, видимо, на базу и сюда прибежала. Или просто сюда прибежала, что-то не понял. Но с ней тычками обмениваться я не могу, как бы... знает. Я взял шейкера третьим пиком после Дума и Тускара. Далее был взят антимаг и пуч. Ну, раз антимаг взял антимага, ну окей, стой тогда, блять. Ну, ко мне каких-то претензий нет, но все равно как-то, блять, хуй знает. Ну, вот он стоит здесь, более-менее фармит, конечно, потому что ВР-ка долбоеб, она его не гоняет. Хотя она может это делать. Вот. Но, тем не менее, если была ранжа... Ну, даже какая-то ёбнутая, на самом деле. Хуй знает. Если бы я сейчас был на ВР-ке, на ее месте, я вообще бы ничего не боялся. Сука. Хуенно. Взял шейкер, лишь бы я вообще не хотел на нем играть, лишь потому что здесь ПЛ. Так как я на свою команду особо не рассчитываю, я понимаю, что если против ПЛ ничего не пикнуть, то моя команда, она, ну, ничего не возьмет. Вот, допустим, парень взял ПЛ, да, и долбоеб берет пуджа на мид. То есть ты возьми ту же самую профетку, понимаете? Насколько будет это полезнее? Нет, он взял пуджика. Вот он стоит, у него 4-й левел. Сэф, не знаю. Ну, я говорю, вряд ли он что-то сделает в игре в этой. Конечно, если по его словам, у него 2000 игр на пудже, ну, блядь, значит, должен что-то сделать, хотя бы внести в какой-то значимый вклад в победу. Ну, даже не в победу, даже если мы проиграем, все равно он должен хорошо отыграть.
Ну, увидим. Купил Soul Ring для того, чтобы всегда была мана, так как я здесь абсолютно не фармящая скотина. Я буду бомжевать всю игру. Так, ладно, пойдем попробуем заангать СФа. Пуч. Сорян. Сорян, сорян. Хуя себе тычки. Ну, в общем, ладно, я не буду, блять. Блять, после вот этих изменений лесов, я даже не понимаю, куда вард-то ставить теперь. Такой бред, просто сейчас за свет играть вообще как-то невыгодно получается. Пиздец. Ну, пойдет. Хотел все-таки выцепить ВР-ку, точнее, вингу. Ну, так тоже сойдет. В принципе, можно периодически ходить на мид. Помогать Пуджу. Ебать, бежит сюда. Ну, смотри, какая наглая, мразь. Смоки. Блять, кнопки перепутал. Ай, сука, мудак.
Пуджи. Такое ощущение, что она его увидела. Или она меня испугалась. Хуй знает. Там в лесу фармить, наверное, СФ, сходи. Чё он делает, блядь? Блядь, я её выцеливал, сука. Выцеливал. Я так подозреваю, что здесь где-то варды стоят у них. Как-то ВР-ка играет странно, она... Блять, всегда чего-то боится. Чё там, фантома убили? Ну гол. Ёбаный в рот. Ладно, я пойду в мид фармить. Тут по идее я должен саппортить. Но если я буду саппортить блинка, я боюсь, что в этой игре вообще у меня не будет, потому что у них такой пик, что если мы сейчас начнем сосать, то, блядь, все. У меня блинка не будет, если я при этом еще буду покупать варды. Хотя вон тусик стоит, по-моему, ходит. Блядь, сука, я засмотрелся на него и крипа пропустил. Я думал, кого-то убивает. Это была цемочка. У меня есть ульта. Есть ульта. Блядь, да ладно, тускарчик! Сука, заблочил себя. О, хорошо, молодец. Так, ну что, у нас уже 1900 рублей. Если у нас будет блинк, это будет просто шикарно. Ну, то есть, если нас не убьют там, да? Если мы быстро его соберем. Это будет просто офигенно. Тогда ПЛ нам будет не особо страшен. И, в принципе, самое трудное на шейкере, ну и, в принципе, на любых таких инициаторах хороших. Это блинк нафармить. Первым артефактом. Я не знаю, для чего я вам рассказываю, потому что
Я думаю, что все это прекрасно понимают. Просто если не получится нафармить быстрый блинк, то твой герой, он как бы, ну... Он понял, очень осторожно. Теряет свою актуальность. Так, все. Раз. Раз. Нет, смотрите. Блин, такое чувство, что мы здесь... Ну как, загадывать, конечно, тупо. Но чуется, что можем, можем. Выиграть, потому что вижу, что парни убивают их, ходят и как бы. Сука, ну она, блять, ну гоу, у меня есть ульта. Такое чувство, что она здесь. Варды ставит по кулдауну, хотя, видимо, их не было, просто она, не знаю, чего-то бежала. Она играет так, блядь, это пиздец, она такая ссаная. Я так понимаю, что нет здесь нихуя никаких вардов, просто она такая ссаная, она, блядь, боится антимага шейкером, блядь. Она даже до того, как у меня появился блинк, она все равно как-то боязно так стояла. Гоу, 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 гоу. Нормально. Отличненько. Чаркан дам. Ой, концы. Ее, кстати, убить можно. Царь, да, да, я такой. На самом деле, ребята, это 3000 ММР, чтобы вы понимали, да, я не выебываюсь просто. Тут, в принципе, ты выебываться нечем. Играю так, как должен играть. Ладно, пойдем. Делать экшен с блинком. Актион. В принципе, руна. В принципе, мы для антимага плацдарм создали, да, чтобы на нем враги не акцентировали внимание, не пытались его как-то загангать. Вот, все, остальное дело времени. У меня ульта 5 секунд. Есть ульта. Нас окружают, блядь. Пизда, и сэфчик. Ладно, здесь мы, конечно, уже борщинули, но... Ладно. Самое главное, у нас антимаг фармит. Ой, нихуя себе антимаг уже. Нормально.
Сефулатар. Сефулатар. В принципе, могу купить Гемпуджу, но, блядь, какой у него счет? 9-4. Просто я думаю, что он его проебет. Обычно, когда в начале игры покупаешь гем, все время он проебывается, поэтому я думаю, что не стоит. Противник как бы увидит, так или иначе, что гему Куджай будет пытаться его. Всяческими методами, так скажем. Выбивать. Пуч, если тебе нужен гем, я могу купить, слышь? Блять, я не понял. Я нажимал на вторую несколько раз, он просто тупо встал. Это чё? Это как? Не, не буду гем покупать. Псы ебаны. Ай, бля, я думаю, я возродился. В принципе, да. Блять. Нет. Не, просто нужен гем, да, да, даже для того, чтобы сбивать их не варды. А ЦМ-ка ходит, ставит, и как бы она не позволит Пуджу гангать. Ходить так свободно. Но я понимаю, что рано или поздно его выбьют. И они просто положат его на базу, так как у нас нету инвизников. Он им особо-то и не нужен. Понимаете? Вот смока можно взять для того, чтобы их гангать. Да, лучше смока буду покупать. Пизду. СБКБ собирает. Сука, ну в пизду я гем куплю. Это у меня, короче, гем будет. Попозже. Все, пойду посмотрю их не варды. Бля. Не, я Пуджу не пойду спасать. Да, я сейчас позбиваю. Ну если что, у меня гем, короче. Можно смока юзануть, пуч, ты где? Че, у них вот здесь шльвард стоит или где? Я боюсь туда заходить. Чё, гоу, смока, юзану, подойдите. Гоу в лесок. Туск, иди первый. Или дум. Я в самом заду должен идти.
шваль. Сучья тварь. Ну так пойдет. Пойдет. Вот на меду ее тоже можно ебнуть. Убежал. Так, интересно, где у них был вард? Угу, понял, где у них был вард. Так, я буду тарить. Вообще здесь форс нужен, конечно. Но я буду тарить агоним. Форс хотя бы для того, чтобы сейвить гем. Потому что блин блинком, но, блядь, форс это форс. Форс это вещь. Блинк это хуйня. Так, надо еще... Нету смоков, да? Цемку можно убить. У меня ульта 25 секунд. Так что, думаю, не стоит пока. Го-го, за думом. Идет. У нас уже антимаг достаточно силен, поэтому я думаю, что это победа. Так, смока, смока. Так, ну чё там, вардишки? Антимаг, там же варды стоят. Чё там ходишь? Окей. Бля, ну это загул, конечно. Подождите, отойдите, отойдите. Не надо. У меня ульта. Сейчас будет. Уже есть. Что делать? Чё? Синин, Бен, Ам... Чё, блядь?
Спасибо. Так, кура, варды. Блять, иди нахуй, тварь тупая. Хуять, а я им... А, задумал вместе. Я думал, один убил этого. Кстати, может быть, Рошана? Иди нахуй. Так. Сюда. У меня ульты нету, так что давайте Рошану заберем лучше. Что-то они вообще игнорируют меня. Они не хотят идти на Рошана категорически. Кто там? Шкура, блядь. Сука. Хорош. Еблан, антимагик. Пидораша ебаная. Выебу. Чё-то я давно в дотку не играл. Что такое? Я до базы, короче, я ушел. Это. Давно в дотку не играл, а в последнее время играю в КС. В общем, в КС, блядь, что-то черная полоса какая-то началась. Раньше выигрывал вообще там 10 игр играешь, 7 выиграешь, 3 там или 2 даже проиграешь. Сейчас, блядь, 50 на 50, это тяжело. Я не знаю, каких-то утырков все время кидает. Недавно играю, значит, думаю, сейчас поиграем туда-сюда. Затащим, звание повысится, может быть. Захожу, за меня кидает типчик, у него ник, как там... Роту Сильвер Ван, по-моему, что-то так было написано, короче. Я так понимаю, конечно, я не знаю, как правильно, что это означает, но я так понял, типа, он идет к Сильверу Первому, спускается. С Беркута, какой там, да, Беркут он называется, ну, с финками, короче, да. Вот, и знаете, в чем прикол? Это, блядь, фишка в том, что этот долбоёб даже не пытался кого-то убивать, он просто ходил и умирал. Вот, КС, конечно, не такая игра, как Дота, и там реально одному затащить. Вот, но разница между играми в том, что в КС 30 раундов, а в Доте 1, грубо говоря. И, как бы, ну... Блять, затащишь ты один раунд в соло, второй, третий, ну не 30 же, правильно. Поэтому, блять. И там есть подводные камни, короче. Да уёбки, везде, сука, заебли меня нахуй. Пытаешься выиграть, что-то сделать, да. Все равно за тебя кидает какое-то уёбище, которое. Она ходила вот всю игру, вот, ну. Так что делаем-то?
Гоу? Че, у них вардов нету, гоу? Чек, мы без антимага не заберем. Туз, давай бей. Ты сможешь его. Да что ему сделают? У меня урон не делал. Бля, ну пойдем тогда, я не знаю, что делать. Вон, антимаг идет. Можно смотреть. Антимейджи. 5 слотов. 35 минут. Выше, значит, пиздатый саппорт. Да. У Сефа, Саша, Яша. В принципе, у Сефа более-менее тоже. Для этого времени, с тем учетом, что они проигрывают, неплохо. Та-да-да-дам, та-да-дам. Боюсь, сейчас будет такой ключевой момент, когда я проебу гем. Прям вот, ну, сейчас драка будет серьезная, поэтому... Это, сейчас если что, гем подберите мой. Я чую, что я отсюда не уйду нихуя сейчас. На. Ну все, начинайте, я поддержу. Сука. Поддержу, блядь. Ну охуенно, я прыгнул без гема. Ты чё, тварь ебаная? Кого грызёшь ты, сука? Бейте бараки. Ну, на самом деле плохо прыгнул я без гема, и сэфа так бы убивали. Пуч запоздал. Ну как запоздал, он в принципе сказал, я лезть не буду. Получилось хуёво. Но... Вроде как подпушили, пойдет. Так, берем мы смока туда. Ёп, нихуя себе здесь. Так, ну чё, я готов. Я готов, я готов. СФ, вот здесь СФ. Алло, пуш, 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 пуш.
Сука! Бля, я его краем глаза увидел. Это что? Ты чё, гандон? Что-то, блядь, не знаю, что-то они хуёво сыграли, если честно. Я думал, что они нас выебут, но... Ну, на самом деле, надо признать, что, в принципе-то, и заменять мы это играли нормально, но, блядь... Хуй знает, нихуя себе приколюха. Надо признать, что если бы они нормально сыграли, то мои тиммейты отсосали. То есть, пик у них гораздо сильнее в начале, и... Хуй знает. Путь счет 13-7. Ну, в принципе, пойдет. У Пейла диффуза и манта. Заебись, парень играет. 42 минуты. Фармил диффуза и манту. Пиздец. Если бы такой кэрри нам попался, все, это проеб. Реально, все, конец. Обычно такого ебан за меня играет. Ну вот, сегодня что-то повезло. Дум нормально сыграл тоже. В принципе, все нормально играли. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Как всегда, с вами был Намко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось видео и все такое. Всем пока.